Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. И снова выхожу с вами на связь. Желаю вам доброго утра, хорошего настроения, отличного просто. И, конечно же, легкого стройного дня. Напоминаю вам сегодня про очередную стройную фишечку дня. Вот она у меня тут немножечко шелестит. Теперь показываю. Поближе. Это такие сувенирные свечки ароматизированные. Ну, конечно же, в данном случае фишечка у нас будет не свечки, тем более не обязательно они должны быть в ракушках. Речь сегодня об ароматах. Ну, вообще известно, что человек очень чувствительным к различным запахам, они по-разному на него влияют. И вот в целях похудения, заботы о себе, о своем аппетите, чтобы он не слишком нас донимал и не заставлял есть лишнее, ароматы, конечно же, нам помогут. Например, известно, что запах ванили немножечко приглушает аппетит, а запахи корицы, муската, они помогают снизить тягу к сладкому. А, например, такие ароматы, как грейпфрут, цитрусовые, они, может быть, даже чуть-чуть помогают разгонять обмен веществ. А поэтому, если у вас время от времени вы будете зажигать ароматизированные свечки или пользоваться специальными палочками, которые в эфирные масла опущены и распространяют естественный аромат, желательно, конечно, чтобы это был не искусственный аромат, а аромат натуральный. Поэкспериментируйте, посмотрите, какие ароматы на вас влияют, и когда найдете то, что вас успокаивает, повышает вам настроение, используйте это. Ну, не постоянно, конечно, но время от времени. Очень хорошая штука. Пользуйтесь. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы, цепляйтесь за похудательный буксир. Обязательно ставьте лайк под этим видео, если вам понравилась стройная фишечка дня. И, конечно же, оставайтесь со мной на связи. Всего вам доброго. Пока.